Отель Монте-Карло Шарм Резорт энд Спа состоит из главного здания с ресепшн и ресторанами и жилого комплекса, состоящего из двухэтажных бунгало и вилл. Отель имеет большую зеленую территорию, общая площадь которой составляет 100 тысяч квадратных метров, красивые современные номера и отличный сервис. Отель Монте-Карло отмечен множеством наград. Расположен отель на первой береговой линии в районе Хадаба, всего в нескольких минутах от всемирно известного национального заповедника Рас-Мухаммед и коммерческого центра Иль-Мерката со множеством ресторанов, баров, кальянных и сувенирных магазинов. Всего в 4 километрах от отеля расположен Старый рынок, в 7 километрах район Нама-Бэй, в 22 километрах от отеля находится международный аэропорт Шарм-эль-Шейх. Слева от Монте-Карло находится отель Otium Hotel Amphoras 5 звезд, а справа Sunrise Diamond Beach Resort 5 звезд. Отельный комплекс состоит из Монте-Карло Шарм Resort and Spa 5 звезд, в котором можно отдыхать с детьми, и с изысканной части отеля для отдыха только для взрослых 16+, Royal Monte-Carlo Charm Resort and Spa 5 звезд. Под брендом Monte-Carlo Charm Resort and Spa отель работает с 2014 года. До этого носил название Ritz-Carlton. Общее количество номеров в отеле 264. Реновация в них проводится по мере необходимости. Сейчас вы видите номер Deluxe корпусов отеля Monte-Carlo Charm Resort and Spa. Все номера Deluxe имеют вид на сад, бассейн или на море. Площадь таких номеров составляет 50 квадратных метров. В номерах может быть одна большая кровать или две раздельные кровати. Максимальное количество гостей в номере 2 плюс 2 или 3 взрослых. Дополнительное место – раскладная односпальная кровать. Предоставляется только одно дополнительное спальное место, поэтому учитывайте это при размещении 2 плюс 2. Во всех номерах есть балкон или терраса, электронный сейф, индивидуальный кондиционер, телевизор, чайник, набор для чая и кофе каждый день пополнения, халаты и тапочки. По заезду один раз мини-бар пополнен безалкогольными напитками бесплатно. Потом пополняется только вода каждый день. Есть еще категория номеров: семейные стандарты площадью 65 квадратных метров, семейный делюкс площадью 100 квадратных метров, семейный сьют площадью 150 квадратных метров. Эти номера также относятся к корпусам Monte-Carlo Charm Resort and Spa. За раннее заселение доплата $20 за номер при наличии мест в отеле. При позднем выезде дополнительная плата $30 с человека для продления номера до 15.00, $35 для продления номера до 17.00 и $45 для продления до 20.00 с человека. Есть два вида концепции, все включено: Ultra All Inclusive и Royal Ultra All Inclusive. Для концепции Royal Wi-Fi бесплатно для двух устройств. Для концепции Ultra All Inclusive Wi-Fi платный: 1 день $3, 3 дня $7, неделя $12. Wi-Fi ловит по всей территории отеля, на пляже, в номерах и возле бассейнов. Сейчас вы видите номер Royal Room. Эти номера для гостей Royal Monte-Carlo Charm Resort and Spa. Все номера Royal с видом на море. Расположены они в ближайших к морю корпусах, примыкающих к главному бассейну. Площадь таких номеров составляет 50 квадратных метров. В номерах может быть одна большая кровать или две раздельные кровати. Наполнение номеров аналогично номерам Deluxe. Мини-бар в этих номерах пополняется каждый день алкогольными и безалкогольными напитками. В Royal Monte-Carlo тоже есть раннее и позднее выселение. Она бесплатна до 17.00. Также для всех гостей Royal предоставляется индивидуальный трансфер бесплатно, то есть всех гостей встречают в аэропорту и отвозят в аэропорт специальной машиной. Как я уже говорил, для гостей Royal Monte-Carlo Wi-Fi бесплатно, также бесплатный кальян и прачечная услуга. Один пакет бесплатный за все время пребывания. На территории отеля есть 7 бассейнов, 2 из них с подогревом в зимний период. Один для взрослых и один для детей. Есть горки как для взрослых, так и для детей. Для детей есть 2 бассейна и 5 горок. Есть детский клуб для детей от 5 до 12 лет. Дети должны быть в сопровождении взрослых. Есть детская анимация. По вечерам проходит детская мини-дискотека, начало в 20.30. Есть детский кинотеатр.
Также есть тренажерный зал, он бесплатный для всех гостей отеля, работает с 7 до 19.00. Сауна, парная, джакузи также бесплатно для всех гостей отеля по предварительной записи. Массаж в спа-центре за дополнительную плату. Также есть волейбол, бильярд бесплатно 1 час, теннисный корт бесплатно, освещение платное $20 1 час, водное поло, дартс, акваэробика и гимнастика. Концепция питания в отеле «Ультра» все включено 24 часа, как для Монте-Карло Шарм Резорт энд Спа, так и для Royal Monte-Carlo Charm Resort and Spa. Для гостей Монте-Карло Шарм Резорт энд Спа, кроме основного ресторана, для кафе, которое сервирует шведский стол на завтрак, обед и ужин, интернациональная кухня и тематические ужины, есть еще 4 а-ля-карт ресторана. Это рестораны китайской, индийской, восточной и ливанской кухни, а также ресторан «Гриль Барбекю». Все эти рестораны входят в концепцию питания «Ультра все включено 24 часа», и поэтому они бесплатные. Их посещать можно неограниченное количество раз. Единственное, требуется предварительная резервация за день до посещения. Осуществляется резервация самостоятельно с помощью терминала. Для гостей Royal Monte Carlo Charm Resort and Spa к этим четырем ресторанам добавляются еще 3 а-ля-карт ресторана. Это итальянские, японские суши и тепаньяки и ресторан морепродуктов. Они тоже бесплатны к посещению неограниченное количество раз. Также для гостей Royal есть отдельный ресторан Royal Lounge, в котором накрывают завтраки и обеды. Отдельно здесь подают закуски, а также традиционный послеобеденный чай и десерты. Детское меню доступно во всех ресторанах. В отеле есть 6 баров, один из них работает круглосуточно. Отель располагает собственным песчаным пляжем протяженностью 500 метров. Здесь красивый коралловый риф, вход в море с понтона, длина которого составляет 42 метра. Также есть небольшая лагуна с песчаным заходом для детей. Зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца бесплатно. На территории отеля есть отдельный Royal пляж, специально созданный для Royal гостей. Это уединенное место, которое обеспечит максимальный комфорт и позволит спокойно насладиться морем и солнцем. В отеле есть отдельная Royal зона в лобби отеля для Royal гостей, которая обеспечит эксклюзивную индивидуальную регистрацию в отеле и оформление всех документов с максимальным комфортом, оперативностью и соблюдением приватности. Отель подойдет для любителей спокойного, респектабельного отдыха. Спасибо за внимание и до встречи в новых видео.